Здравствуйте, друзья, подписчики и простонадушные люди. Приветствую вас на канале Forest Lamp. В этом видео покажу, что делал, как я делал светильник в виде оленя. Такие вот заготовочки мне достались от ЧПУ, полосатые. Еще ни в одной плоскости, то есть даже голова не получалась. Пришлось немножко фугануть их дяди Ваниным маленьким фуганком, но он по ширине всего там где-то 10-11 берет или там 12 сантиметров. Соответственно, пришлось в повороте фуговать эту голову, полностью по всей плоскости не заходило. Ну, в принципе, если, как говорится, из-за угла заводить на фуганочек, то получилось. Основания были вырезаны из сосны, там даже видно, что синюшная такая, то есть просушено, но дерево синевой. Но так как это как бы пойдет для этого дела, потому что все равно оно в основном будет все под белую краску, под лак, ну даже не под лак, а под эмаль белый закрашен, соответственно. То есть вот тут, как говорится, заготовка была сделана на ЧПУ корявыми руками. Непонятно, человек не знал, что такие фрезы и что такое. В общем, нарезал мне заготовку, которой пришлось потом все это, весь орнамент набор машинкой выравнивать, весь этот ворсо, что он поднял, убирать. В общем, это такая тематика. И тем более такие головы нужно было сделать. Ладно, как бы одно, их нужно было две, чтобы они как максимально были похожи. Соответственно, это реплика одного светильника. Называется Марнин, дизайнера. Только они немножко гораздо побольше размером в оригинале. Но так вот очень сильно похожи.